Уважаемые садоводы Туманова, Наталья Рязанцева, уважаемые садоводы, что может быть с абрикосом? Прошел небольшой дождь, на тебе, что за заболевание? Я просто хочу, я не буду лишний раз пинать, я устал уже. Вот это вот дерево, которое глубоко больно. Смотрите внимательно. Вот видите, страшная рана, уже страшнее не бывает. Это уже гниль. Так, дерево глубоко больно. Я просто призываю, если уже вы там, которые сидят вот здесь вот, это, 1 100 000 участников, да, если уж вы там погоду делаете, ну вы хотя бы дайте людям такие советы, которые помогут им, если не спасти, то второй раз не посадить еще раз. Советуйте, первое, раскопайте, найдите, не заглублена ли корневая шейка. Это 90%. Не заглублено ли в целом вот это все, что там так, тень, там сыро, там непроветриво. Да видно же, что это такое место. И вот он гниет, гниет штамп, гниет основание штамба, гниет корневая шейка. Вот же корни гниют. Вот же, ему же сухота нужна. Это выходец с полупустынь или с гор. Наука до сих пор не знает. Ну, по корню вот такому длинному дурак сообразит. А вы все, давайте поливать. А я вам говорил, в реанимации по дезодоранту опрыскайте, и все. Все встанут, пойдут домой. Так и тут. Давайте опрыскивать. Давайте маленько соображать уже. А не собачиться с нами железовыми. Так. Я не знаю, до сих пор мой друг... соучастник, потому что он был на трех моих семинарах в Москве, раз, так, по-моему, на всех был, все дни. Это главный редактор «Вестника садовода» Ребрик Александр Алексеевич. Он, наверное, тут есть среди в списке, я надеюсь, до сих пор был. Я ему выражаю огромную благодарность. Почему? Он самый смелый журналист-садовод в России. Я очень надеюсь, что вот... это самое, вот память, да, он у меня столько фильмов снял, тоже сейчас известный журналист, он уже в Москву, по-моему, перебрался, вот, Кудасев, да, так вот, значит, это будет второй, если он все-таки не прекратит со мной общаться, вот, дело в том, что Александр Алексеевич, вы совершили подвиг, напечатав вот это вот. Знаете, что здесь? Я обрушился на РТР. Потом, кому надо, прочтут. Я просто это, я не могу сейчас. Я отдельный фильм сниму. Вот если Лилия, моя, я сестрой называю, Ражева, она вот это, я читаю текст, а она потом делает кино из него. Так? Вот. И один из этих самых необычных. Я хочу, чтобы тут тоже с ней переведем на язык, то есть на аудио. А что сделал, видите, тут написано, сибирский садовод Железов, а вот вестник садовода. 10 лет назад, вот, я обрушился на РТР, на кандидата наук, которая все уже эти самые, выполоскала все мозги миллионам, в данном случае уничтожая муравейник. И для меня то, что «Вестник садовода» напечатал, это было дикое откровение. Этого не может быть никогда. Никогда, никогда не опубликует это те самые, другие две крупнейшие издания. Наравне вот, которые это, печатали меня до поры до времени. Это потом. Я еще надеюсь, вот так вот сделаю. Кто-то вернется сюда, прочтет. Но я сделал отдельный фильм. Вот. Женщина с красивым именем Лилия мне поможет. Мы договорились. Я просто вот это перевезу на язык. Еще покажу муравейники. Как, что это такое. Вот. Это такое чудо, это такое необъяснимое, что видеть в них злобные существа вот, по принципу, кто злобнее, мы люди или они. Это страшнейшая ошибка. Вот. Александр Алексеевич, наткнулся случайно. Как убить все живое? Сейчас придумают это самое, генетическую яд. Помните, мы берем муравьят,
муравья. Мы берем и возле муравейника, это инструкция под подлая, под, вот, наступит ножками муравей, занесет муравейник, и весь муравейник будет отравлен и умрет. Но это один муравейник. А задачу-то они поставили все муравейники уничтожить. Все. Потому что для них это самый злобный враг. Хотя у них самый злобный враг вот здесь сидит. Надо, соображения никакого нет. Вот спасибо вам. Вы понимаете, какой страшный вы сделали? Вы меня не оставили в одиночку с моими мыслями.